Боже мой, я не верю, я приехала в Сочи. Неужели? У нее на голове, короче, выбрали эти кружки. Кружки альпийские. Вот девушки вот это. Россия, мы приехали! Блин, улица Калинина где, ребят? Калинина у меня дома. Я живу на этой улице. Блин, перестаньте, скажите, когда ехать. Калинина? Как на автобусе, когда идти? Вы все армяне, да? Да, да. Когда идти? Это вы откуда, девушка? Я из Москвы. Из Москвы? Ну, я грузинка. А ты там уходишь заселиться? Блин, я думал, вы какой-нибудь Испании или еще какой-то. Я тут, блин, церемонюсь. Она из Москвы. Да, ну что, Джан? Хорошо, южное море. Выходишь на южное море. Вот ты вышел. Подождите, это море, что ли? Ну ничего себе, это море. Я слышу запах, звук моря. Как круто. Скажите, вот вы здесь давно живете, да? Коренной житель Ляги. Зачем они мне нужны? Я по телевизору посмотрю. Мне здесь же рядом. Ля, какие руки. Как раз. А, да. Собственность моя, это я, что вырастил, я принес и торгую. И у вас нет времени ходить на Олимпиаду? А казачки, когда ее ходить? Устроена Олимпиада, и благодаря Путину, президенту, за народ, который идет, президент, и благодаря ему все стабильнее стало. Понимаешь, что? Вот рынок, вот берите, наш рынок коммунистический, если разобраться. Угу. Один туалет бесплатный, извини, что так говорю. Записываешь? Да. Записываю, как она есть. Один бесплатный в России туалет. Я хочу Виса. Нет, Саша. Кэти. Вот сюда дадите камеру. Вот, сейчас я буду продавать орехи. Молодой человек, не хотите орехи? 3 стакана за 150. Это 50 рублей за стакан. Не меньше 65 здесь найдете на рынке, если видите, если видите. Два стакана? Нет. Ну, неправильно. А почему все жареные? Берем два стакана. Берем. Сколько? 50 рублей стакан. Два стакана. Женщина. Иногда мальчики бывают капризные, им надо суховать щечку, да? Сегодня. Я запомню. Сегодня надо обязательно. Сегодня праздник. Мальчик маленько капризничает, да, мальчик? На какие жертвы идут ради фотографий? Конкурс самых тупых фоток перед огнем, он определенно выигрывает. О нет, неужели это тот отель, который построил тот буржуй? Виксельберг, у него фамилия. Ну как, вот как это можно построить? Что, Дисней? А что вы заполняете? Да просто письма пишем. На родину. А через сколько, да? Почта России, да, посылается? Почта Volkswagen. А, ну значит быстро дойдет. Маме. Брату. Да. А что, вы за деньги играете? Да вы что? А, ну слава богу. За государство. На государство, да. Что? Поступайте к нам, но... А девушек-то не берут? Не берут. Берут так только в жены. Мы в Москве. Такие странные американцы, они такие, блин, как будто курили траву, блин. See your cars. Yes. You have mustache? Yeah. They are real? Yes, yeah, that's my mustache. Great, absolutely. Thank you. I want to get a photo. I have photo. Ah, okay. And okay, together. Ah, okay. 5 минут. Okay. А он по-русски разговаривает. А вы по-русски разговариваете, оказывается? Конечно. Блин, чё ж вы меня обучили-то? Я думаю, девочка канадка или кто она такая. Чуваки, вы знаете, что я сейчас попала в очередь? Вот так вот. Вот именно этим самым путем. Только я немножко не в ту. Давайте ко мне. А вы же уже покупали. Нет, я не покупала. Я вас помню хорошо. Так я в ту очередь вошла просто. Два билета только в руки. Так я не покупала, клянусь. Я просто там была. Я не в ту очередь была. Давай, держи. Все, давай. Бабушки, блин, реально. Теперь я в очередь приехала в Сочи перепродавать билет. Ох. Здесь еще уголовная ответственность, по-моему, за перепродажу билетов. Ну ладно. Сегодня-то я 300 рублей. На еду сегодня, на вечер, на кино заработала себе. Надо было за 1000 продавать. Купили же ведь. Купили бы. Ладно. Слушай меня, Дэ.